Начало серийного производства самолета МС-21 задерживается из-за санкций. Накануне об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов на экономическом форуме в Красноярске. Напомним, первый полет нового лайнера производства корпорации «Иркут» состоялся почти 4 года назад. Самолет работал на американских двигателях и был собран из импортных композитов. Впоследствии материалы были заменены на отечественные. При этом около 40% бортового оборудования МС-21 по-прежнему импортируется из-за рубежа. Но нам еще предстоит очень тяжелая и напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте. Но я думаю, что мы с этой задачей, безусловно, справимся. Подтверждение тому – это испытание российского двигателя по D14 декабря прошлого года. Пройти международную сертификацию МС-21 должен в 2022 году. В это же время планируется начать и серийное производство отечественного лайнера.